Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу поговорить о таком расстройстве личности, как нарцисс. Именно про расстройство личности, а не психотипы. Значит, по каким параметрам можно его определить? Грандиозное самомнение, поглощение только собой, потребность в восхвалении, вера в свою элитарность, убежденность в наличии исключительных прав, недостаток эмпатии, потребительское отношение к людям, манипулятивность, завистливость и высокомерие и надменность. Как истероид, он такой, в общем, все на показ. Мнение у него просто вообще зашкаливает, самооценка, то есть все, он самый главный, он вообще все, только его правила, его личность, больше никого вокруг. Говорит только о себе, никого не слушает, не хочет слышать. Потребность восхваления, при этом хочет, чтобы его им восхвалялись, его прямо вот чуть ли в общем не дифирамбы ему пели. Убежденность в в исключительности своих прав. То есть он имеет право на все, что хочет. Не то, что вы. Следующее. Недостаток эмпатии. Что такое эмпатия? Это когда человек чувствует, что чувствует другой человек. Вот он практически этого не чувствует. Что там вы чувствуете, ему не важно. Главное, что чувствует он. А ваши чувства ему до лампочки. Потребительское отношение к людям, манипулятивность. То есть он манипулятор, он манипулирует людьми, он очень хорошо это умеет делать, всегда этим пользуется. И вы будете как, он как кошка над мышкой. Что хочу, то и ворочу. Управляет людьми, пытается во всяком случае. Завистливость. То есть если у него чего-то нет, то у вас есть все. Злость, завистливость. Высокомерие и надменность. Про высокомерие мы говорили, высокая мера, да, то, что человек должен ценить себя, то есть у него должна быть самооценка не заниженная, не завышенная, а золотая середина. А здесь вообще вот самооценка просто зашкаливает, то есть она неадекватно завышена. Надменность такая появляется, знаете, такое вот вы, людишки. Вы там черви, биороботы, вы там вообще насекомые, вы там просто вообще никто. Челядь. Это я тут звезда. Вот это значит у нас нарцисс. Причем это